Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. И сегодня мы с вами посмотрим 4 новых сногсшибательных оттенка многофункциональной помады 5 в 1 компании Oriflame. Эта помада выйдет только в 17-м каталоге. Вот такой у нее будет красивый черный футляр с неоновой надписью. И, как я уже сказала, помады будет 4, но каждая из них может быть преображена с помощью вот такой черной помады трансформера. И сейчас мы с вами все это попробуем в прямом эфире. Мне самой очень интересно, как это будет выглядеть, потому что, ну, я считаю, это революционный такой продукт, который поможет нам из одной помады сделать, ну, как минимум 2. А может быть, в зависимости от того, насколько интенсивно мы будем наносить черный цвет или основную помаду, она тоже будет по-другому смотреться. Значит, попробуем. Итак, у меня на губах сейчас есть уже один оттенок, вы его видите. Это самая яркая помада, волнующий красный, ее код 34358. Такой вот яркий красный цвет, даже какой-то с таким оранжевым подтоном. Чуть-чуть добавлю. И сверху наношу черную помаду. Та-дам! Даже немножко волнуюсь. Угу. Она стала темная. В общем-то, интересно. Это совершенно новый цвет. Абсолютно новый. Маленькую паузу нужно сделать, чтобы стереть эту помаду и попробовать другой вариант. Этот оттенок дерзкий лиловый. Такой, по-моему, летний цвет, очень яркий, даже немножечко резкий. Его код 34356. Запомните, как это выглядит. А сейчас мы будем сверху наносить темный оттенок. Я буду наносить кисточкой уже. Я думаю, что это будет лучше, потому что кисточка поможет лучше смешать два цвета. То есть я кисточкой набираю помаду и наношу сверху на помаду. Маловато. Ладно, я наношу из помады и растушую кисточкой. Вот. Вот. Такой оттенок смешной. Ну, мне точно нет. Ну, может быть, кому-то такой цвет понравится. Чуть-чуть подправляю. Итак, вот что получилось. Интересно ваше мнение, вам нравится это или нет? Ну, так чудно. Так, стираю, наношу следующую помаду. Итак, у меня сейчас на губах помада «Розовый трепет» 34357, ее код. И сейчас мы ее будем трансформировать прямо в прямом эфире. Прямо на ваших глазах произойдет чудо. Так, а теперь я беру кисточку и кисточкой смешиваю. Ой, вот это мне прям нравится. А мне интересно, если добавить еще побольше темного, как это будет выглядеть. Еще один слой. Так, на нижнюю губу добавлю. Угу.
Ну да, она просто стала темнее. По-моему, достаточно одного слоя и аккуратненько растушевать все кисточкой. Ну, как-то вот так. Пишите свое мнение в комментариях. А мы переходим к последнему цвету. И у меня, кстати, возникла идея, а как этот трансформер будет работать на других помадах. И мы попробуем с вами в конце еще один цвет. Мы, например, возьмем что-то из Giordani и посмотрим, как будет происходить трансформация. Окей? Итак, четвертый оттенок 34-359, пронзительный ягодный. Мне кажется, он так похож на тот оттенок, который мы пробовали смешивать именно в смешанном виде перед этой помадой. Практически то же самое. А сейчас посмотрим, как именно этот оттенок будет преображаться с помощью помады-трансформера. Берем помаду, зеркало и наносим на губы. И кисточкой все смешиваем. Очень черно, чернее ночи. Итак, мы попробовали все четыре помады. Преобразили их чуть-чуть. Вы это все увидели своими глазами. Надеюсь, вы сможете легче определить, какой цвет вам подойдет, какой вы хотите для себя выписать. А сейчас мы будем делать эксперимент. Пробовать помаду Transformer на помаде Giordani Gold. Итак, у меня сейчас на губах помада серии Giordani Gold, матовая чайная роза. И сверху мы сейчас попробуем нанести помаду Transformer и посмотрим, какие произойдут изменения с матовой помадой. Так, и кисточкой растушевываю. Да, все работает. Помада поменяла цвет, все отлично, все растушевалось, и мне, кстати, это очень понравилось. Супер! А я-то думала, только на четырех этих помадах будет работать помада Transformer. Так что, девочки, для нас это с вами... Ну, прикольная штучка, мы можем менять теперь помады. У меня этих помад, наверное, 20 штук в коллекции, может быть, даже больше. И сейчас, если я возьму одну помаду Transformer, то у меня их станет как минимум 40. А если добавлять более интенсивно Transformer, то помада становится еще темнее. Так что умножайте, если вы хорошо владеете математическими там уравнениями, то поймете, что помад будет намного-намного больше. Спасибо вам огромное за внимание. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, если понравилось. И пишите в комментариях, что понравилось, какая помада вам понравилась на мне и какую вы хотите заказать для себя любимой. До новых встреч! Пока-пока! GoPro Stop Video!